С июня 2020 года на территории 57 округов региона внедрена система городских медицинских чатов в мессенджере Telegram. На данный момент в них участвуют более 150 тысяч жителей. Благодаря медчатам жители получают оперативные ответы по возникшим у них проблемам, а также узнают о вакцинации, диспансеризации, профосмотрах и так далее. Активную ссылку на медчат и QR-код конкретного городского округа можно скачать на сайте Общественной палаты Московской области в разделе «Проекты медчаты».